Так, друзья, ферма, куда мы приехали и откуда мы получили звонок, что подбросили крошечных малышей. Ребята, на фермы подбрасывают животных, и смерть у них очень страшная. Очень часто коровы просто растаптывают малышей, котят, щенят. Именно поэтому я не смогла отказать. Как бы трудно нам не было, ребята, но бросить на смерть малышей... Вон там один бегает, да. Мы не в состоянии. Я не знаю, можете ругать меня, можете опять обзывать. Повторяю, мы не могли пройти мимо. Не могли, ребята. Мои вы хорошие. Так, но это не те. Привет, ребята. А где? Я не поняла. Принесли. А, принесли в мешке? Охренеть. Ой, вообще крошечные. Они же вообще крошечные. Крошечные, да, от маленьких собак. Ну-ка, иди сюда. Ой, господи. Ой, господи, девка. Малюсенькие совсем. А ну, покажи зубы. Зубы покажи. Вот так челюсть приоткрой. Ага. Маленькие, ой, да, поняла. Зубы. Маленькие. Ага. Месяца три. Месяца три. Да непонятно. Давай с третьего сюда. Сейчас. Да, не да это сволочь. Ну разве можно так? А мамы точно не было? Нет. Ну не знаю, кто. Их принесли. Вот так принесли, прям да, щенков, кто, да? Кто побросили его, не угу. Знаю. Мелкопородные совершенно, маленькие. Да. Это мелкая порода. Да ладно, ты потом посмотрим, не важно. Все три девочки. Нам на девок везет. Спасибо. Давай заберем щенков куда-нибудь, а? Так, щенков привезли в приют. Место приготовили. Эй, любопытные. Такие красавцы вы, такие красавцы, да? Такие красавцы. Маленькие-маленькие. Маленькие-маленькие дети. Маленькие-маленькие детки. Лисята маленькие. Вы лисята маленькие. Так, ну и эти двое. Черная девочка. И рыжий мальчишка. И рыжий мальчишка. Космос. Мальчишку зовут Космос. Ты Космос? Привет! Привет, лиски! Лиски, лиски! Лиски! Привет! Корм надо мелкий, найди, все равно им корм прям меленький дай. Есть же у нас где-то щенячий, да, мелкий. Крупный, скажи, для нас. Ну нет, они разгрызут, конечно. Ну. Что? Веселушки, веселушки. Все, 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 заходи.